праздником входа Господня в Иерусалим, братья и сестры. Пожалуй, вот накануне этот праздник, это последний 20-й праздник перед празднованием Святой Пасхи обычно. И этот праздник, с одной стороны, удивительно радостный, потому что народ встречает Господа Иисуса как царя, как мессию, как избавителя. Но одновременно этот праздник имеет такую, я бы сказал, трагическую нотку, связанную с тем, что пройдет немного времени, и, ну, можно сказать, те же люди будут кричать: «Распни, распни его!» Потому что они встречали не того, кто пришел, они встречали того, кто должен был установить политическую власть, тот, кто должен был избавить, как они думали, их от ига иноземцев, то есть римлян. Поэтому, с одной стороны, то, что они кричат: «Осанна Вышний, благословен ли на имя Господне, Осанна Вышний», постилают одежды свои или пальмовые ветви, это достойное словословие Господу, потому что Он действительно царь. Но только они не понимают одного, что они не понимают, что царство Его не от мира сего. Хотя Он это говорил, но народ этого не усвоил. Даже и апостолы это на самом деле плохо это понимали. До того, как Святой Дух сошел на них, они это плохо усваивали. И вот в этом как раз такой некий трагизм этого праздника. Хотя радость и веселье, потому что приходит избавление, все равно остаются. Только это избавление не от иноземцев, а от тех внутренних всяких страстей, бесов и, самое главное, смертности, которая в каждом человеческом организме, в каждой человеческой, можно сказать, личности даже присутствует. И вот именно церковь празднует этот праздник, потому что мы прообразовательно понимаем те слова, которые произносят эти люди. Действительно, благословен гряды во имя Господне, действительно, осанну, то есть спасение вышних, то есть с неба приходит спасение. Но спасение это гораздо больше, чем просто политическая какая-то формула. Это на самом деле спасение от греха и от смерти, спасение всего человечества, а не только народа израильского. И мы с вами поэтому вместе с этими младенцами, Иисущими, тоже можем воскликнуть: «Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господне, Осанна Сыну Давидову».